Приветствую, командиры! Мы продолжаем нашу рубрику «Дуэли». Сегодня вы увидите сражение пехоты против танков, Ада и Аврора против Кристины и Ханны. В прошлой дуэли пехота показала доминацию над танками. Повторится ли ситуация в этой дуэли? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Ну а мы начинаем! Условия дуэли стандартные, сейчас вы можете видеть их на экране. Таланты Кристины – пехота и атака. Таланты Ханны – пехота и навык. Таланты Ады и Авроры – танк и оборона. Оружие у Кристины и Ханны – королева адского пламени. Оружие Ады и Авроры – темный жнец. Ада и Аврора спасли честь танков и побеждают в этой дуэли. Поздравляю всех, кто сделал ставку на Аду и Аврору. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нашу группу ВКонтакте. Ссылки в описании. А я с вами прощаюсь. Удачи на полях сражений.